Когда-то в этих коробках были бытовые приборы, посуда и прочее имущество. Но люди, чтобы не выбрасывать пустые коробки, сложили туда другое имущество. А где логика? Разве может быть имущество живое обладать эмоциями, чувствами? Может быть, пришло время подумать о том, чтобы изменить их статус, поменять имущество на питомцы? Можно, вы посмотрите. Посмотрите, что это здесь. Боже мой, крошечки какие. Еще гавкать не научился, один только, да? Ой, мои зайцы. Зайцы, ну, живые, здоровенькие. Собаки меньше кастрюльки. Вот, смотрите, собака меньше кастрюльки. А? Маша, ты с ума сойти, а вон, смотри, сидит в конце. Хорошенькие, маленькие такие. Такие крошечки, крошечки совсем. Тише, ну, только не плачьте. Ух ты, там серьезно такой. Завкают серьезно. Приходите к нам в приют. Здесь животных раздают. И кого тут только нет. На любой и вкус, и цвет. Предлагаю взять щенка. Несмышленый я пока. И порой не угадать, кто мои отец и мать. Может, вырасту смешной, лопоухий, озорной. Пусть меня хозяин сам учит жизненным азам. И подросток всем хорош, лучше друга не найдешь. Кое-что уже умею, развиваюсь и умнею. Дети, кошки, попугаи, даже если их облаю, через день усвою я, что они моя семья. Ну а я в расцвете лет, и меня милее нет. Как же выбраться охота за приютские ворота? Там поля, река и лес. Мир загадок и чудес. Только чтоб его познать, мне домашним нужно стать. Пусть настанет светлый час, и у каждого из нас будет свой уютный дом, где мы счастье обретем. Ребята сказали, 10 тонн за 5 дней, фактически.
что смотрите, какие из щенков выросли уже крупные собаки.